мой город у моря. Приветствую, дорогие зрители канала «Русская рыбалка 3». Так, вот я и желтохвостом занялся. Желтохвост — это у нас полутунец такой. Времени осталось совсем немножко, 3 часа. О, уже даже 2 часа. Желтохвост, что с ним делают? Короче, здесь нужно было найти его именно... Какого? Короче, за одни сутки. От 3 килограмм до 8. Почему такой? Потому что его нужно вот так вот сначала почистить, порезать. Потом взять лимончик, розмаринчик, засунуть все в него, запечь. И вот подавать вместе, как эта трава там называется, турыкала, мурыкала. И, короче, это очень вкусно. 1700 рублей можно купить его в супермаркете в Москве за килограмм. А мы сейчас продадим всю рыбу, которая у нас тут ненужная. Так, все, кунья. Все, давайте продадим рыбу. То, что не нужно, нам выпустим. Теперь все, что у нас в этом, заберем. И сдадим квест. Желтохвост. 10 хвостов. Пара-па-па-па-па-па. Сдать улов. Па-бам. Итак, у нас тут 1 700 000. А, стопы. А нет, да, 1 700 000 опыта. Карма 5000. Купонов 3. Ну и отвар мудрости. Что с этим делать хозяйством? Буб-буб-буб-буб. Это продать за 25 лямов или за 20, за сколько он там идет. Купоны подарочные. Сейчас мы кому-нибудь что-нибудь подарим. Карму это будем варить силу. А опыт, в принципе, он особо не нужен. Нам важнее закончить полностью этот квест и получить 3 разряда сразу. Следующее, что будем делать, я не знаю. Так, давайте расскажу вам, где ловить желтохвоста и как он ловится. На это не смотрите, это чистая случайность. Ну, умею я потратить 3 миллиона, 2,7. Или сколько он там, 2,5 стоит. Короче говоря, желтохвоста ловят все почему-то вот здесь. Ловят его на... Нифига не на это, сейчас скажу вам, на что его ловят. На вид знаю, как выглядит. Вот на вот этот пилк, 7-й, средний. И его вот здесь водят и ловят. У меня он здесь поймался вообще на другую наживку. Не помню на что. А, на креатуре с 0,9 большой. 7 килограмм поймался. А я его ловлю вот здесь. Помните, я вам говорил, ох, ничего себе, какое интересное место. Вот начал разлавливать, думаю, что же здесь будет. А оказалось, тут желтохвост. За сутки на репетиции, перед тем, как начать играть в квест, точнее, перед тем, как взять квест. На репетиции я поймал 16 за сутки, не выходя. Вот просто сутки играл и 16 вытащил. На что я ловлю? Большое спасибо сразу хочу сказать ребятам с форума. Это классно, что существуют такие люди, которые быстро сами все проходят, сами находят и делятся этим с другими. Большое вам спасибо вообще за форум «Русской рыбалки 3». Большое спасибо. Ну и, конечно же, нашему Павлу опять-таки. Где он здесь? Опять его нет. Не знаю, почему его всегда нет, когда я прохожу. Ну вот так вот, его нет. Так, Паша нам... Сказал, давай сразу начни с этого, с желтохвоста, потому что это самый сложный. Ну и вот, короче говоря, здесь кидаете, везде практически на средней проводке будет брать желтохвост. Практически везде, на маленький поппер-плаг первый. Вот видите, куда ни кинете, здесь везде будет. У меня самая хорошо пошла вот эта ямочка над буквой У, 4.48. И квест закрыл я над этой, 4.73. Здесь почему-то хорошо пошло. Туда дальше не стал кидать. Почему именно здесь? Потому что здесь желтохвоста много. Я имею в виду, почему на этой локации. А на бухте китовой там куча перехвата идет. Каких-нибудь
больших ребят. Здесь тоже есть большие ребята. Цепанул я сюда поперплаг большой. Думаю, дай-ка посмотрю, что будет. Бах, оторвало. Цепанул еще один, бах, оторвало. Думаю, да что ты будешь делать? Взял магму. 1000 леска. Кидаю. Бах, оторвало. Думаю, все, больше не буду так баловаться. Ну его нафиг. Так, и сейчас вот пока кидаю, объясню вам, как я играю. Смотрите, вот время идет. Как я делаю? Я запускаю два окна. Видите? И вот синхронизирую время. Время синхронизируется, нормально все. С этого вышел, в том окне смотрю. Все, тот постоянно сидит у меня на этом, на базе и просто, то есть на озере. И я просто контролирую время. Что по желтохвосту вам сказать? Есть у него правила определенные. Ловится он, получается, с 4 утра до 6. Это там можно поймать, прям ну, так нормальненько разлавливается. Потом с 6 примерно до 10 это очень плохой клев. С 10 до 12 это прям вообще мертвый клев. С 12 до 2 это нормальный клев, но мелкий. С 2 часов уже и практически там до самого вечера тоже полумертвый клев. А вот вечером с 20.00 да, до 23, даже с 21 до 23 идет очень хороший клев. Все. Ну вот видите, да? Да. Видите. Видите. Молодцы, что видите. Ладно, неважно. Ну вот до 14.00 еще будет клевать как-то. Потом немножко умирает клев. И днем почему-то вот с 12 до 2 почему-то мелкий идет. Не знаю почему. Ну было парочку это. Крупненький. То есть, смотрите, нужно за сутки поймать 10. С 3 килограмм до 8. У меня получилось... На репетиции за сутки 16 я таких смог поймать. А когда начался квест, как мне и сказал Павел, говорит, да ты квест начнешь, сейчас увидишь. Начался квест и все, куда-то он весь пропал. Ну и конечно же, здесь есть этот такой человеческий фактор, ты боишься. Где-то начинаешь суетиться, прокидывать не в те стороны, не туда. Выходишь, заходишь, это очень сильно влияет. Я, например, не выходил, не заходил, вы видели, всего час остался. Выходил только по ночам. А каждый час старался не выходить. Вот, допустим, сел с 4 утра и все, и до 6 порыбачил. Потом, знаешь, что клёва нет, вышел. В 12 зашел. Ну, вот, примерно так рыбачил. За 2-3 суток закрыл. Ну, из-за того, что говорю, я просто боялся. Там каждый час, когда выходишь, желтохвост тяжело закрывается. А так, в принципе, его за сутки, я думаю, можно закрыть, если найти свою ямку, разловить его. Ну, все, сейчас он вообще не будет ловиться. Ну, вот как-то так закрывается желтохвост. Паперплаг вот этот очень хороший. Он, видите, тоже белый и красный, как и пил 7. Поэтому на него закрывать намного быстрее и лучше. Понятно, чем дороже, как его, блесна, тем она лучше всегда. Главное уметь подбирать по цветам. Если у вас пошло на желтую, значит какой-то ищите желтый. Либо паперплаг, либо еще какую-нибудь самоделку дорогую, какую-нибудь блесну. Ну, короче, поняли. Так, теперь... Меня что-то все прям достают вот с этой удочкой. Как ты ее сломал, как ты ее сломал, как ты ее сломал. Рассказываю, как я ее сломал. Зашел я, значит, такой вот сюда вот. Вот сюда зашел. Думаю, дай-ка покачаю Дашин аккаунт. Такой зашел. Такой вот так закинул, короче. Вот сюда вот закинул. И... жду. А дело было 3 часа ночи, а только что закинул там штук 5-6 видео, роликов на канал, уставший. Лег спать уже с ноутбуком в кровать, думаю, ох, перед сном сейчас китов потаскаю и спать. И вот у меня клюет кит, я нажимаю пробел и засыпаю. И проснулся уже от того, что просто такой звук. Да-да, потому что руки как-то, не знаю, на кнопках лежали или что там, я как-то нажимал их. Просто услышал громкий трах. И все. И сон как рукой сняло. И до утра я уже не мог заснуть, мучился, думаю, ничего себе. Просто взял и заснул. И сломал Тюну Хантер.
Вот так вот, ребята. Никогда удочками крутыми не играйте в сонном состоянии. Так, как я. Да, не делайте так. Это папа, да, так любит говорить? Ты не кури. Я курю, но ты не кури. Да, я сломал, но вы так больше не ломайте. Все, короче, закрываем скоро Камчатский промысел и поедем на Гренландию. До обновления я не буду ничего снимать про других рыб, буду просто заниматься всякой фигней, даже деньги зарабатывать не хочется. Устал на самом деле, это вам просто можно приехать и закрыть Камчатский промысел. Тут нашли одно место какое-то и выходите, заходите там с этим, как его, с желтопузом этим. А мне, например, так нельзя. У меня канал, мне нужно зайти, разловить его, найти все места, перепробовать все наживки. О, это, короче, прям дикий труд. И я день-два убиваю на то, чтобы просто разыскать, узнать про него, чтобы было о чем рассказать, чтобы эта информация была полезной. Поэтому я устаю, просто вот одно что-нибудь снимаю и все, просто сил больше нет ни на что. На тунца, посмотрим, где будем ловить. Тунца я ловил практически на всех локациях, и днем, и ночью, и среди ночи, и на какие только наживки не ловил. Но посмотрим, где он расклюется, потому что вот разловить его еще нигде пока не смог хорошо. Ну, понятное дело, вот между двух скал тут разловился он, неприступные скалы. Но тут акула перебивает. Хотя магма сейчас есть, может и закроют тунца, посмотрим. Ай, вот так вот, короче говоря. Больше ничего интересного вам рассказать не могу. А, да. Как и просил наш... Как его? Геострикс. Он не просил, точнее говорил, говорит, обратите внимание на леску. Говорит, ну просто так бы леска 5-тонная не лежала в магазине. 100% выйдет новая удочка. И также, если интересно, сделаю обзор на русскую рыбалку. Вообще это была 3,6 она. И забросили ее, перестали ей заниматься. А умелые ребята стали ее продолжать. И уже 3 года назад или 4 года назад у них была Амазония, была Гренландия. И потом это все реализуют. Вот в этой игре русская рыбалка 3.9. Тот, скорее всего, у них идет как и проект такой вот спрятанный. Если вам интересно, я немножко сделаю обзор на эту тему. И у русской рыбалки 3, именно у Russian Fish Soft, вот у этой компании, есть еще один проект. Могу его тоже показать, интересный, тоже про рыбалочку. Так, ну пока вот будем заниматься всякой фигней, пока выйдет обновление. Сейчас у нас 3.99, 13, кажется, что-то такое-то. Все, это был канал Русская Рыбалка 3, какие-то желтопузики, всем пока. Мой город моря, мы далеко, но не одни, небо кроет.